здесь вот, вот здесь вот под мостом Александр находил турмалиновое солнце, заросток турмалинов. Здесь своротка направо, на другой карьер, на шестой, там, где сибирячка находится. Была когда-то копь сибирячка. Вот здесь вот своротка. Во, такой бы экскаватор. Габаритный. Дорога плохая. Камешки копать. Какие-то поля заросли. Какие-то вспаханы, но заснежены. Уже не походишь, не посмотришь, не пособираешь. Вообще красиво. Следов полно всяких. Даже на дороге. За капушки кругом. Рощица березовая. Вот это разведочная канавка была. Кто-то здесь искал жилку. А ну-ка, вот там отвальчик. Посмотрите. Ну да, кто-то что-то ковырял. Что-то нашли. Жилку подсекли ее и заглубились. Надо будет летом посмотреть. Дятел долбится хорошо в лесу.
Хорошо сегодня, классно в лесу, спокойно, ни ветерка. Так. Это бывшая выруба. Уже вон как заросли. Еще недавно здесь было поле, собственно, благодаря этим вырубам и гимн нашел копь. Вернее, кварчики. Ну а потом уже, когда сыпется, когда начали подсекать, нашли кварцевую жилку небольшую. Вот. Вот это копь гема в ее сегодняшнем состоянии. О, даже пленка сохранилась, чтобы зимой работать можно было. Летом как-то были с Александром северных, и те своему стыду вообще ничего идти не могли. К моему стыду. Что вот этой ямки я не помню. Может, что-то уже. А вот это вот основное было. Сейчас спущусь, посмотрю, что там есть, не есть. Насколько мне память не изменяет, вот такой вот темно-коричневой гренки подали щеточки кварцевые. Здесь вот кварца-то уже не видно. Нигде. Нигде. Здесь, наверное, уже выклинилась жилка в этой стороне. Вообще там кварц вот такой вот был. И жилка сама маленькая, узенькая. Поэтому только кварцевые щеточки. Да и то они в окислах железа были, приходилось их в щавелевке отмачивать. Где-то есть, еще дома выберу время, выложу, сфотографирую, выложу. Ладно. Сейчас вот сюда вот спущусь, посмотрю тут здесь что. Хотя она завалена, тут глубина была гораздо больше моего роста. Последний уже за 2 метра. Так. Что тут? Ну, жилки не видно, конечно. Это надо в глубину, хотя должно быть что-то все равно сверху. Это просто отвал. Это что там? Да что ты будешь делать? Сейчас камеру выключу, вот эту каменюшку вытащу.
Ну вот, видно, что вот здесь вот минерализация. Вот кварчик. Но раз зимой копаться негде, вот и попробую здесь посмотреть. Вот тоже кварчик. Вот он, кварчик такой вот. Кварчик, кварчик. Ну да ладно, поищу что-нибудь, вот там включусь. Оно, конечно, кусочки окатанные тут появляются всякие. Видно, что в желудках малюсенькие кристаллы есть. Ну вот, в борт немножко зарубился. Ёлки. Ну вот, кварчик. А щеточка вот здесь вот на краю. Может быть, видно, ее отмывать надо. Кусок глины. Глина присохла, застыла, вернее. Вот это хозяйство отмывать надо, видно, что тут маломальские кристаллики есть.
Тоже вот такая мальская животка. Так, ну ладно. Лопату нести, что ли? Ну вот, боковинку срубил, сделал ямку. Повеселее. Дела пошли, хоть кварчики видно. Вернее, их не видно. Вот видите, комок грязи. Но только на ощупь чувствую, что что-то шабуршит. Ну вот. То есть здесь будет щеточка. Будет щеточка. Что ж. Дома вымоем, посмотрим. Привычка все на зуб пробовать. Вроде нет здесь. Вот примерно так вот. Перчаточку оденем. Самая чистенькая. Слышно, что по кварцу стукает. Вот она, щеточка на макушке. Ну вот сейчас вот доставать буду как-то так примерно. Пожалуй, щетки-то сверху. Ух ты, еще лучше пошли. Щеточка отмоется, хорошая была. Тоже малышка. Это неинтересно. Когда отмоются и в щавелевке полежат, вот даже какой будет фрукт. Неудобно несколько.
камеру держать. Поблескивает, ну, щетка. Вот прекрасная блата. Мелкая-мелкая. Ух ты, ух ты, вот это да. Вот это уже интересно. Еще потом, вот тоже маленькая. Потом еще отмытые нужно будет выложить.